сегодня мы принимаем участие в очередном форуме «Единая Россия». Он посвящен проблемам жилищно-коммунального хозяйства. В этой сфере очень-очень много проблем. Рынок еще только формируется, правила только складываются. Мы видим огромное количество претензий со стороны собственников жилья к управляющим компаниям, властей к управляющим компаниям, управляющих компаний к собственникам и властям. Взаимные претензии, клубок проблем, и сегодня мы пытаемся их решить, найти рецепт этих проблем. И на самом деле звучит много интересных идей, которые, я уверен, найдут отражение в результатах нашего форума, в решениях, которые будут приняты на уровне правительства Российской Федерации, на уровне Государственной Думы Российской Федерации. Высказываются абсолютно здравые, разумные предложения и идеи, которые, уверен, дадут новый импульс и новый толчок сфере жилищно-коммунального хозяйства для того, чтобы снизить тот вал критичных обращений, критичных замечаний, которые на сегодняшний день есть в общественных приемных партий «Единая Россия», с которыми сталкиваются депутаты всех уровней, избранные от «Единой России», которые вынуждены решать в ручном режиме. Я думаю, что систему можно и нужно наладить, сделать более эффективной, менее громоздкой, с тем, чтобы получить новое качество услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Нам это по силу, и мы сегодня это сделаем.